Настоящий сюрприз ожидал Валентину и Николая Гуцко накануне профессионального праздника их сына – Дня работников органов предварительного следствия. К ним с приятной миссией приехал начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско, чтобы передать благодарственное письмо за воспитание достойного гражданина и порядочного человека. Благодаря таким сотрудникам граждане нашей страны могут чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Пользуясь возможностью, позвольте выразить свое уважение за воспитание сына и пожелать вам и вашим родным здоровья, мирного неба, добра и благополучия. С уважением, председатель Следственного комитета Иван Данилович Настевич. Я вам хочу сказать, что на моей практике такое впервые, что председатель Следственного комитета выражал благодарность родителям за воспитание сына. Я полностью присоединяюсь к его словам, к его намерениям. Вам огромное спасибо за вашего сына, за такого человека в этом обществе. Уроженец Мозыря, полковник юстиции Александр Гуцко на данный момент занимает пост заместителя начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. За безупречную службу удостоен двух государственных наград – медали второй и третьей степеней. Валентина Гуцко говорит, чем старше дети, тем приятнее слышать слова благодарности в их адрес. Мы не знали, что нам придется такие красивые слова слушать. Но знали, что наш сын хороший, добрый. Никогда за все его годы, если он сказал, что он сделал, значит, он сделал. Идея возникла не у меня, идея возникла у председателя Следственного комитета. Это, безусловно, обусловлено хорошим, прекрасным отношением к делу наших сотрудников, в частности, это Гуцко Александра. Он активный не только на работе, он активный и в общественной жизни, принимает и в коллективе, и во всех остальных вопросах активное жизненное участие. Ну и, конечно, это было отмечено, в том числе и председателем Следственного комитета. Всегда на праздники мы приглашаем наших коллег из других правоохранительных органов. Они отмечают тех сотрудников, которые и награждают тех сотрудников, которые отличились в течение года. Соответственно, я своими приказами не обхожу стороной наших сотрудников, которые хорошо работали. Профессиональный праздник белорусских следователей весьма молод, отмечается всего второй год. Дню работников органов предварительного следствия еще предстоит обрасти своими особенными традициями. Возможно, выражение благодарности родителям за воспитание достойных сыновей и дочерей станет одной из них. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».